Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Так, ну и откадышились у меня квесты, ну точнее квесты у меня давно откадышились, я просто задротил жестко в XCOM 2. Вот. Так, вы играете 5 матчей в режиме потасовки, 5 побед паладином-воином и 3 матча паладином. Короче, нам надо в потасовке, если есть возможность выбрать паладина, выиграть 5 раз паладином. Получить комплект. Все обитатели Азерота хотят сражаться на вашей стороне. Начните сражение с небольшой колодой и нанимайте бойцов по ходу матча. Так, выбрать кого тут можно? Можно паладина выбрать. Потасовка. Вот, вот это мне нравится, что не надо ни колоду составлять, ничего. Все, выбрал себе класс и пошел. Вот. Так, ну и кто же этот самый, кто же нам выпадет? Играйте, собирайте свою команду, удачи. Привет, Шашлык, сделал модернизацию чердака. Да, отстроил этот себе. Так, ну с курицы, конечно, будем начинать. А, вот, то есть руку в колоду и этот. Блин, а он, кстати, не слабо этот самый. Не слабо выставился. Так, ну мы возьмем огонька. Ой, огонька, блин. Каждый раз, когда вы разыгрываете карту, вы замешиваете ее в колоду. То есть есть резон замешивать на самом деле монетку, да? А теперь... Ага, замешайте руку. Все, я понял. Такая подобная потасовка уже была. Все нормально. Такая подобная уже была потасовочка. Тыкс, 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 тыкс. Разрушитель чар. Черный этот. Слушайте, давайте тигра возьмем. А, так а мы тигра сейчас сыграть. А мы там никого сыграть особо не могли. Сделаем вот так вот. О, 3 монетки. Вот тут сейчас можно будет что-то... Ой, нет, 3. 2 монетки. Можно будет сейчас что-то разыграть толстенькое. Блин, да он меня накиляет. Так, ну ладно, у нас, в принципе, 6... за 6 маны можно что-то... Уничтожает выбранного зверя. А, то есть куриц лучше не играть на самом деле. Чем меньше куриц я сыграю, тем как бы меньше их мне будет приходить. То есть мне надо играть... что-то другое, в общем. Блин, килл команда, да откуда ты ее достал, зараза? Так, ну пусть он играет куриц, ради бога.
Блин, хотя у него не слабо это. Мне бы какую-нибудь зачистку взять. А, ну или хотя бы... Не, давайте гризли, наверное, сейчас сделаем. Пойдем в лицо. Так. Короче, я помню такую потасовку. Тут куриц играть не нужно. Вроде бы. Чтобы они как-то в колоде там не замешивались. Ничего. Давай, в себя. Ну, нормально, повезло ему. 2-1. Присмотрит за тобой. Так, уничтожает выбранного зверя. Вот это, кстати, неплохо. Килл-команда опять в лицо пошла. Ну все, Хантюха понял, что он силен и пошел рашить, да? Хантюха понял, что он силен и пошел рашить. Ну, кстати, он нас не слабо пробил, да, это победа у него, скорее всего, будет. А, вот гнев карателя, кстати, может нам помочь. Причем я даже сделаю, знаете как? Я дебил! 6... Не хватает маны. Блять, я дегенерант. Прошу прощения, ребята. Но вы это видели, что я сотворил? Чё я сотворил? Я гнев карателя. Ой, просто я конченый, блин. Как надо было его кинуть, он бы зачистил все. Да сейчас там по-любому килл команда придет. Это ж лакер сраный. Так, ну ладно, Хант раскатал, и пусть ему, пусть он обострется тем, что он раскатал. Я понял суть потасовки зато. Вот, а главное, что я понял суть. То есть курицы играть, хотя вот он играл курицы, нормально. Так, мы пойдем палом все равно, потому что у нас напало квест. Так что нормально. Играйте и собирайте свою команду. Удачи! Выберите новую карту и добавьте ее в руку. Хочешь поиграть с огнем? Так, ну монетку я таким образом сыграть не могу. Блин, ну ладно. Более-менее имеем хотя бы вот эту зачистку. Против, если он сейчас куриц поставит, то мы зачистим. То есть куриц можно не играть, потому что мы их будем замешивать в руку, понимаете? Вот, то есть чем, я так понимаю, мы их больше играем, тем как бы их больше будет выходить у нас. О, у тебя неприятности. Не, ну я думаю, можно сделать размен вполне себе. Или чокнутого подрывника закастовать. Хмелевара, шальную ракетчицу. Дайте хмелевара так на будущее. Так, а что суккуб делает, напомните? Вы сбрасываете случайную карту, да? Вы замешиваете в колоду ее копию. Ну, я не знаю, будет он размениваться или нет. Поэтому этот чувак как бы тапается. Во, нормально. Бывает, пишет. Ну да, со мной регулярно бывает. Какую игру ты играешь? Я играю в Хардстоун. Не надо мне писать в личку ВК, спрашивать эти вопросы. Моя работа крайне важна. Отстань.
Так, не апнулся техник крыла тьмы. Чё, размениваться он будет или нет, интересно? Да, разменялся, все правильно, мы пошли в лицо. Так, вот печать это здорово. Но я лучше раздражатора возьму, у нас пока маны немного. Как вы сами можете видеть. Что приказать? Естественно, курицу я играть не хочу, поэтому... Вот, мне куда выгоднее вот такие карты получить. Привет, шашлык, ты дома, что ли? Да, дома. О, у тебя еще один суккуб. Ох, кстати, хорошую карту он там выкинул. Рафаама. Восстанавливает 4 единицы здоровья вашему герою и дает ему плюс 2 к атаке до конца хода. Так, 2 атаки тут не зарешает. Силы героя противника на 5 маны уничтожает любое существо. Так, давайте, наверное, тогда вот так мы поступим. Еще мы поступим вот так. Вот так и... Ну, эта штука нам особо не нужна, поэтому сделаем вот так вот. Блин, да зачем мне куриц дают? Я же их не играю специально, чтобы их копии не замешивать. Шашлык, надо куриц играть, иначе стол застрешь. Так я так понимаю, я когда играю курицу, я замешиваю ее в колоду, и у меня их там все больше и больше будет копиться, правильно, нет? Так, 4-3. Блин, а все равно я не понимаю, за счет чего оно. Так, ну ладно, давайте сталага выставим. Сталаг сокрушит тебя. И монетку собираю. Блин, все равно, ну я не знаю как вот. Я их не играю специально, а они, блин. А они, блин, все равно замешиваются в колоде. Прокзор! Вот у него чисто суккубы приходят. Я не знаю, как он это делает. То есть тут. Спаси меня! Ну и чё мне тут брать? Ну не брони же бронзоворота. Писец какой-то просто. Ну что это за говно? Я не знаю. Победа за... Как это играть? Не жаль. Так. Как это играть? Ну ладно, давайте сейчас попробуем наоборот спамить курицами. Хорошо. Вот, я что-то не совсем понимаю. Я когда играю курицу, так она добавляется мне в колоду, и по идее они мне чаще будут приходить. Я этого не хочу. Они мне один хрен приходят. Что я делаю не так? В таком случае. Что я делаю не так? Так, ладно. Вот у меня 2 монетки есть и 3 курицы. Сейчас мы их все сыграем. Да? То есть вот у меня 3 карты сейчас в колоде. Сейчас будем смотреть. Так. На бордаш. Вот у меня 3 карты в колоде. Вот я возьму, допустим, себе там 3 синистого ползуна. Теперь я играю курицу. Монетку. Да уберись ты, скотина.
Вот, видите, уже 6 карт в колоде. Сейчас будет 7 карт. Да, 7 карт. То есть я туда замешал, получается, вот эти курицы и этот. Вопрос, вот этот вот трясинистый ползун, он пойдет туда в колоду или нет? 4 карты в колоде, было 7, 7 минус 4, да, 8. То есть те карты, которые я не сыграл, они все равно идут в эту. Идут в колоду. То есть, по сути, пофигу на самом деле. Можно играть куриц. Вот, да, курицы, короче, надо играть куриц. Какая встреча. Блин, откуда у тебя этот паладин упал? О, мы можем равенство сейчас кастануть вообще на морозе. Короче, куриц играем. Все, я понял. Да, их один фиг. Их один фиг, короче, этот приходится ставить. Не может атаковать, если на поле боя есть другие существа. Рыбок и провокация, неистовство ветра. Так, а сколько у Рубаки? 4 дамага. Блин, ну ладно, давай вот этого поставим. А будущее нам готовит. О, равенство пришло. Нормально. Если что, сейчас, может, законтрапупим. Пандария будет нашей! Так, ну более-менее раскачиваемся. Да, короче, куриц надо играть наоборот, как можно чаще. Тогда все ништяк. Все, я вкурил эту потасовку. Не, конечно, скорее всего, я не выиграю все равно, но можно хотя бы попробовать. Хороший размен он пошел. Маскировка божественный щит. Становится жарко. Так, сделаем так. О, вот этот хороший дядька пришел. И снова равенство есть в руке. Так. Хорошо, сейчас, если он поставит кого-то толстого. Ой, а он ставит кого-то толстого. Слушайте, вот как здорово. Ты можешь не стараться. У меня равенство есть, так что нормально. Мы сейчас это все счистим. Ага. Так, за 4 танка паука давайте возьмем. Фаер!
Ну все, мы стол развернули, ребята. Стол конкретно развернули, теперь ему будет тяжко. Теперь ему будет тяжко. Думает, доставать, не доставать из этого. Решил не доставать. О, путь к золотой обезьяне. Артефакт у тебя? Это прикольная тема. 1 к 10 нам ее достать, да? Я даже, наверное, не буду особо что-то играть. Приказание. Эх, ты не пришла. Ну ладно. А, так мы сейчас вторую замешаем. Слушайте, прикольно. Это повысит наши шансы. Это прикольно, слушайте. Это золотая обезьянка. Путь к золотой обезьяне, блин. Интересно. Встреча. У тебя неприятности. Боец арены, у меня снова есть равенство. А сколько у меня урона? 10, да? 9 останется после этого заезда. Так, возьмем секрет. Замешаем еще одну путь к золотой мартыхе. Назад. Сделаем вот так вот, но еще поставим вот это еще. Да все никак не придет золотая обезьяна, ну ладно. Уже этих звездочетов 3 штуки поставил. Ой, точнее 2. Сейчас 3-ю поставлю. Добро пожаловать на большой турнир, герой. О, улучшил эту. А как она улучшается? 2 единички начинает пробивать, да? Ну, в принципе, не суть. Так, ну мы 3, 6 на 3-то разменяем. А. О, удваивает атаку выбранного существа, это прикольно. Артефакт у тебя? Так, но я все-таки надеюсь найти путь к золотой обезьянке. Запахло жареный! Надеюсь, все-таки найти золотую обезьянку. Нам готовит. Что приказали? О, вот она. Есть, обезьянку нашли золотую. Здорово. Так, ништяк. Замешивает карту золотая обезьяна в вашу колоду, и вы берете карту. То есть, видите, сначала надо путь к золотой обезьяне, потом нужно саму обезьяну еще найти. Так, ладно, крошер с ней, да. Я вижу тебя. Дочери Смертокрыла? Моя магия сокрушит тебя. Артефакт, моя магия тебя? Сокрушит тебя. Так.
Так, золотая обезьянка пошла. Ну ладно. Назад! Назад! А чё у меня тут боевой настрой, да? Есть. Так, еще путь к золотой обезьяне теперь будем играть. Ладно, нормально. Четыре разменяем. И этого разменяем. Так, хорошо. Хотя мы можем на самом деле 6 дамага туда в лицо воткнуть. Следуй правилам. Назад. Так, золотая обезьянка пошла еще. О, обезьяночка. О, сейчас будет тема. Вот это я понимаю, веселуха. О, Авиана. Авиана Рагнарос. Сейчас да будет сыграно. Авиана Рагнарос. Так, здорово. Или Кеннера сыграть. Авиана Кеннер тоже хорошо, чтоб все хапнуть. Лекаря. Слушайте, прикольная тема, прикольная. Так, ну давайте Огра-Могра. Мои дети парят в небесах. Кто посмел нас вернуть? Остальные ваши существа получают плюс 2, плюс 2. Так. Это было последнее предупреждение. Все, издеваемся над ним как хотим. Я знаю, что был летал, но дайте поиздеваться. Так. Ля, он еще пытается там всех захиливать. Красавчик, чё? Красавчик, так. О, и Зеру. Я сплю. Рагнарос наделил меня своей мощью. Я не могу больше ждать. У меня слишком много существ. Отведай моего крика. Вот это стол, ребята. Вообще жестяк просто. Просто жесткий стол. Не, просто вы зацените ну, в общем, посмотрите на это. Макаку убил. Это убил. Так. Я сколько времени сидел в этой штуке? Этого убил. Так, отлично, все, победили мы. Не, ну, кстати, путь к золотой обезьяне прикольная тема. Конечно, такая, очень ситуативная, но взять одну можно. Ну, так, чисто фуфан в свою колоду я бы взял. Ладненько, давайте я на этом этот выпуск тогда и закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.